Что происходит? Господи, кажется, я превратился в бабушку. А это ведь не просто так, это трюк соблазнительский. Потому что каждая девушка в глубине души бабушка. Потому что бабушка – это то, что ждет любую девушку. Она чувствует, если вы превратились в бабушку неожиданно на свидании, девушка чувствует необоримое желание поцеловать вас и заняться с вами любовью. Потому что вы становитесь безумно неотразимы. Потому что бабушка чувствует, что этим все закончится для нее. Не замужеством, а старушачеством. Поэтому это моя стратегия. Приходи ко мне на тренинг, как стать бабушкой. И все бабы будут твои. Все бабы будущие бабушки.